Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор в отношении преступной группы, состоящей из жителей Мурманска и Никеля, которая занималась оформлением фиктивных документов, дающих право мигрантам находиться на территории России. Приговором суда жителю ПГТ Никель назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, жительнице города Мурманска в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.